Приветствую, друзья! Корсет для исправления осанки с AliExpress. Цена на момент заказа $5.98. Можно выбрать подходящий вам размер. У некоторых продавцов можно найти разных цветов эти корсеты, но единственное, будет стоить чуть подороже. На них я тоже оставлю ссылку в описании под видео. Используя этот корсет, вы можете выправить свою осанку. Действует он следующим образом. Если вы его надели и держите спину прямо, то лямки вам не давят на плечевые суставы. Как только вы ссутулились, либо наклонились, либо сжали плечи, то лямки начинают вам давить на плечевые суставы. И тогда, чтобы вернуться в комфортное состояние, вам придется выпрямиться. Таким образом, приходится держать ровную осанку. Он не предназначен для длительного ношения, но рекомендуется полчаса носить, потом делать перерыв на 2-3 часа и опять полчаса. Можно, конечно, больше, но не рекомендуется. Конечная цель этого корсета – натренировать вашу мышечную память держать ровную осанку. В корсете есть магнитные ставки на спине, 10 штук. 4 здесь, 6 здесь. Они воздействуют на область позвоночника. Их магнитное поле усиливает кровообращение. Это способствует питанию ткани кислородом. Ну и также кровообращение выводит из них шлаки, токсины, молочную кислоту. В итоге воздействие на суставную и костную ткань улучшает свое питание. Ну, это делает позвонки крепче, суставную ткань межпозвоночных дисков прочнее и эластичнее. Корсет изготовлен из дышащей эластичной ткани, крепится липучками, есть дополнительная утяжка, ремни плечевые тоже регулируются. Давайте уже какого-нибудь сутулого найдем, да, примерим на нем корсет. После многолетнего сидения за компьютером я стал сутулым. Пришло время заняться своей осанкой. Корсет действительно помогает держать спину прямо. Даже если забываешься и начинаешь сутулиться, то он помогает выпрямиться. Таким образом тренируется мышечная память держать спину прямо. Через 2-3 месяца проверим, как изменилась моя осанка. Так что ждите видеоотчета. И не пропустите его, подпишитесь на канал. Где найти корсет для коррекции осанки на AliExpress, ссылку оставлю в описании под видео.